21 коллаж. Каждый из них посвящен одному из районов нашей республики. С помощью такой необычной техники художница отразила историю и культуру местных народов. Прежде чем браться за работу, Раджана Даржиева изучила фольклор и известных личностей Бурятии. На создание этой экспозиции она потратила около месяца. Такую исследовательскую работу создала коллажи. Это такое мое индивидуальное видение как художницы, то, как я чувствую, понимаю особый колорит нашей богатой земли, республики нашей. Выставка «Коллаж» как метод исследования появилась в рамках школы арт-проектов «Генезис». Ее организовали в Министерстве культуры специально для молодых художников и творческих людей. Профессионалы в области современного искусства помогали участникам проекта реализовывать свой талант. Раджана среди 10 стипендиатов. Она получила 80 тысяч рублей на воплощение своей идеи. В рамках вот этого «Генезиса» каждый из 10 стипендиатов сделал свой проект. Очень интересные были работы у ребят, и каждый уже презентовал. В основном презентации проходили в Центре современного искусства, но вот Раджана, она решила сделать в Музее истории города. Выставка интерактивная, можно навести гаджет на QR-код и прочитать истории, на которых художница полагалась, когда делала коллаж. Раджана Даржиева хочет продолжить творить на тему истории родного края, только в следующий раз холстом будет текстиль. Евгения Листратова, Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.